которые должны запретить выдачу разрешений на введение в эксплуатацию жилых помещений и помещений апартаментного типа, если на дату введения их в эксплуатацию не соблюдается норматив по проведению допустимой нагрузки на социальную инфраструктуру, школу, поликлиника и так далее, которые должны находиться в пределах шаговой доступности от вводимого объекта. Нужна такая поправка. Необходимо инициировать разработку и внесение поправки в закон о защите населения, которая должна конкретизировать исключительный перечень обстоятельств, которые делают невозможным предоставление очных образовательных услуг при наступлении режима повышенной готовности. Надо остановиться и подумать. Или, вернее, остановить их и подумать, потому что есть ощущение, что все за нас уже придумали.